Яшчэ да ўвагі вадзіцеляў, тыдзень пачаўся складанымі ўмовамі надвор'я. Мокры снег, дождж і парывісты вецер у прагнозах і на наступныя дні. Заўтра ноччу ападкі моцныя, раніцай магчымы галалёд. Такое надвор'я вызначаць атмасферныя фронты з паўднёвага захаду Еўропы. Пры гэтым дзённая тэмпература паветра крыху вышэй за кліматычную норму – да 6 з плюсам. Днем во вторник атмосферный фронт с зоной осадков сместится на восточные районы республики, поэтому по западным районам и в Минской области уже существенных осадков не ожидается. Будет наблюдаться классическая ноябрьская погода, сырая, с моросящими осадками, туманами и гололедными явлениями. Температура воздуха в течение недели в столице будет находиться около 0 градусов в основном, а дневные максимумы плюс 1, плюс 3. Пахмурное надворье захаваецца мінімум до конца тыдня. У выходные дзённая температура паветра будзе вар'іравацца ад 0 до плюс 5 градусаў.